Всем привет! Вы на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня приготовим вместе шоколадный мусс. Десерт без выпечки, десерт всего из двух ингредиентов. Этот десерт порадует всю семью и понравится как взрослым, так и детям. 200 грамм черного шоколада наломаем на небольшие кусочки. К шоколаду добавим 200 миллилитров жирных сливок и поставим на водяную баню. Непрерывно помешивая, доводим массу до растворения, но не кипятим. Если останутся небольшие кусочки, можно накрыть уже вне огня массу крышкой, подождать 1-2 минуты, открыть и заново хорошо перемешать. Шоколадную массу отставляем, можно ее поставить в емкость с холодной водой, чтобы она побыстрее остыла. И занимаемся оставшимися сливками. 200 мл жирных сливок взбиваем до загустения. То же самое можно сделать венчиком, только это у вас займет намного больше времени. На миксере можно это сделать в течение 4-5 минут. И затем остывшую шоколадную массу добавляем постепенно во взбитые сливки и немного перемешиваем миксером до однородности. И добавляем следующую партию шоколада и таким образом поступаем со всей шоколадной массой. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше рецептов, десертов, выпечки. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. Далее заполняем стаканы, бокалы или креманки нашим шоколадным муссом. Немного протираем салфетками и отправляем в холодильник хотя бы на пару часов. Затем достаем. Посмотрите, какой красивый десерт у нас получился. Можно немного украсить стружкой из шоколада. Это по желанию. И сейчас я вам покажу, какая по консистенции получилась у нас масса. Это очень-очень вкусно и готовится все буквально за 15 минут. Из данного количества ингредиентов у меня получилось примерно 600 мл шоколадного мусса на 4 больших стакана. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии и отзывы. А я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами.